Дорогие друзья, наша студия в Санкт-Петербурге продолжает свою работу, и рядом с нами, хоть и виртуально, Андрей Рублев. Андрей, здравствуй, я рад тебя приветствовать. Крутой матч провел против Васика Поспешила. Две партии. Скажи, пожалуйста, ну ты должен быть собой доволен. Хотя мне показалось, что вначале немножко нервничал. Ну, во-первых, здравствуйте. Спасибо большое за такие слова. Да, действительно, нервничал вначале очень. Тем более я знаю Васика, знаю, как он играет, и тем более, как он сезон проводит. Он в начале года обыграл Данию, потом сейчас на US Open он очень классно выступил, обыграл Раонича, обыграл Баутиста Агуза. То есть он на очень хорошей форме сейчас, и я понимал, что это на самом деле сложный матч будет, и, возможно, я могу спокойно проиграть его. Плюс я ему проигрывал уже до этого. Вот. И, понятное дело, нервничал. Но в целом в итоге сложилось все удачно. Я очень хорошо провел матч первого круга, чему я очень доволен. И очень доволен, что получилось так уверенно выиграть. Скажи мне, пожалуйста, то, что вы играли с Кареном накануне пару, вам немножко обоим как раз помогло, не то чтобы прибиться к корту, мы достаточно давно в Петербурге, но немножко как-то время хорошо провести. Я тут смотрю, вы улыбаетесь, что-то рассказываете друг другу. Не, конечно, безусловно, помогло именно даже почувствовать атмосферу, почувствовать прием, подачу, центральный корт, потому что я вообще не играл на центральном корте, я тренировался в тренировочном зале, где маленькие потолки и другой свет. И всегда, когда выходишь на центральный корт в Питере, то немного другое освещение, немного другая, ну, намного просторнее все. И поэтому очень хорошо, что получилось играть вчера пару, привыкнуть. Но смеялись больше наоборот. Точнее, я смеялся больше уже, когда супер тайбрейк был, когда матчболы у них, у нас, и мы не выигрывали, они не выигрывали. И больше смеялся, как того, что от этих эмоций, то, что зажимает, то, что нервы, вот, как-то вот больше было. А кто более болтливый во время пары? Я понимаю, есть Кубок Дэвиса, когда вы так прям серьезно-серьезно, но какие-то более-менее, скажем так, не то чтобы тренировочный момент, не такие ответственные, да, никогда ты за страну играешь. Кто любитель поболтать на корте, Карен или ты? Ну, вообще Карен больше болтает. Как в жизни, да? Да. Вот. А в паре, ну, я бы не сказал, что как-то, я бы не сказал, что мы особо болтаем. Вот. Наверное, больше по моментам, по нюансам, смотря, если что-то есть сказать по определенной ситуации, или если кто-то что-то увидел, что можно попробовать, больше вот какие-то, наверное, такие игровые моменты. Последний вопрос. Я знаю, что вы вчера вот такой длительный, у вас было ожидание до вашей парной комбинации. Карен рассказывал, что вы в футбол поиграли даже чуть-чуть. Нашли, да, мяч где-то. Он наконец-то головой... Мячик. А, теннисным мячиком? Да. Я уже хотела спросить, он наконец-то головой научился играть в футбол? Или нет? Нет, до сих пор? Карен, как и я, лучше нам в теннис играть, в общем. Вы бережете прически, да, свои, видимо? Ну, там... Это смешно. Ну, расскажи мне про футбол, пожалуйста, чуть-чуть теннисный футбол, скажем так. Для чего это? Просто чтобы время убить? Ну да, убить время, потому что начался третий сет вчера у Вавринки и Эванса. И как-то уже и время было позднее, как-то уже так было какое-то опустошение. И так хоть чуть-чуть и размяться заодно, и как-то чуть опять взбодриться. Вот, играли вчетвером в мини-футбол на тренировочных кортах. А вчетвером это кто? Вы с тренерами? Мой тренер и его тренер. Ясно. Последний вопрос. Ты себя чувствуешь в безопасности здесь, в Петербурге? В плане чего? Ну, в плане ковида, пандемии, всей этой истории. Да я думаю, нигде сейчас нельзя себя чувствовать 100% безопасно. В любом случае всегда есть волнение, всегда есть... какой-то стресс, даже когда просто ты знаешь, что вроде себя чувствуешь хорошо, что вот последние тесты все были негативные, и тебя берут снова тест, ты опять начинаешь думать, блин, а может сейчас что-то не то, может либо тест будет ошибочный, потому что такая же тоже вероятность есть, я уже много чего наслышан, поэтому все равно ты всегда, есть паника. По крайней мере, у меня. Не паникуй, все будет хорошо. Друзья, Андрей Рублев был у нас на прямой связи в нашей студии. Андрей, спасибо и удачи тебе дальше. Спасибо большое.